Справедливость с женским лицом. Уже год служба судебных приставов региона возглавляет одна из самых молодых в России руководителей подразделений ФССП Наталья Тяпкина. В Иваново главный судебный пристав приехала из Алтайского края. Наша губерния богата не только текстилем, но и долгами. Общая сумма недоимки жителей перед страной и друг другом – больше 34 миллиардов рублей. У нас 54% – это фискальная задолженность. Это задолженность в пользу государства. 54% от остатка. Где-то 13,9% у нас кредитная задолженность. Это население, которое не оплачивало кредит своевременно, естественно, просуженное и предъявленное в принудительном порядке. Где-то 8% это ЖКХ. Все, что нашими гражданами и организациями не уплачено своевременно. Еще 4% – это долги по алиментам, 1,5% – по заработной плате. Регион официально считается субъектом с высокой долговой нагрузкой на душу населения. Нагрузка на приставов, соответственно, огромная. У каждого сотрудника службы в среднем по 1500 исполнительных производств. Потому свою работу в Ивановской области Наталья Тяпкина начала с преобразований. В службе появилось два новых отдела. Один – межрайонный, занимается взысканием исключительно алиментных платежей. Это очень удобно, когда в одном отделе сосредоточено все. Не нужно по микрорайонам делить, и у нас взыскательницы уже знают, что надо идти вот в этот межрайонный специализированный отдел, где работают конкретно профессионально обученные судебные приставы взыскания алиментов и дознаватели, да, которые сразу выявляют преступления, если они из действий должников. Второй отдел занимается исполнением по административным штрафам небольшого размера – до 3000 рублей. Тем самым сотрудники подразделения освобождают коллег от так называемой «мелочевки». Еще одна новелла руководителя – увеличение количества личных встреч с гражданами. В единый день приема Наталья Тяпкина принимает до 20 заявителей – и должников, и взыскателей. На нас произвело, вот лично на меня, приятное впечатление Натальи Витальевны от нее так… Исходил вроде такой, знаете, как вам сказать, позитив, да, именно приятное впечатление. Мы надеемся, что будет результат. Рейды по должникам, выселения, аресты, будни судебных приставов. Но руководители тоже не только кабинетная работа. Наталья Тяпкина лично выезжает на профилактические акции. Под ее личным контролем социально значимые дела. За год работы в регионе руководитель отметила некоторые особенности ивановских должников. Проблематика Ивановской области, я отметила, такая вот интересная. У нас люди не держат деньги на карточках. То есть из 100% запросов, которые мы направляем о наличии денежных средств на счетах у должников, только 18% из 100 приходят с наличием положительного ответа. То есть люди на карточках деньги не держат. Я не знаю, где они их держат, но на карточках нет. Руководитель женщины – это прежде всего аккуратность, скрупулезность, повышенная ответственность. Регион руководителю достался сложный. В списке успеваемости служб приставов по стране Ивановская ФССП на 66-м месте из 85. Проще говоря, в хвосте. И задача на ближайшие годы – постараться вывести региональных приставов и строечников в хорошисты. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.